Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на часах Garmin Epix Gen 2 можно изменить циферблат. Для этого мы сами зажимаем клавишу Up Menu, после чего нажимаем на циферблат и можем выбрать циферблат тот, который нам больше всего нравится. Давайте берем этот, нажимаем Start. Нажимаем «Применить» и выходим. Вот и все. Как вы видите, наш циферблат изменился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!